Зачем нам быть самим собой? Казалось бы, как просто быть собой? Но не у каждого из нас это выходит. Вы спросите, ну а на черт на кой быть адекватно на себя похожим? Попробую порассуждать слегка на эту для кого-то несущественную тему. Вот почему-то для меня она важна, вечно решаемая мною теорема. Самое главное, без этого никак не стать счастливым в этой грешной жизни. Ведь не найдя себя, будешь одним из бедолаг, что жизнью вечно недоволен и завистлив. В искусстве быть собою поважнее ремесленных познаний и умений. Большим не станет эпигон чужих идей, даже при том, что в технике он гений. Неповторима каждая душа, неповторима, как и отпечатки пальцев. Свою естественность поэтому глуша, ты будешь копией, похожей визуально. И трудность заключается не в том, чтобы не подражать другим в искусстве, а в том, чтобы понять души своей геном и выражать лишь собственные чувства. Услышать голос собственной души в этом шумящем море чужих мыслей непросто, так как зачастую мы считаем собственными не свои, а чьи-то смыслы. И важно в бизнесе честно оценивать себя, да и другим давать реальную оценку. Иначе прогоришь как дважды два, то фармазоны разведут, то конкуренты. Вы скажете, а вот артисты, как тогда? Ведь все актеры – это лицедеи, и за кого-то выдают себя всегда. В этом и есть профессии идея. Думаю, что не ошибусь, если скажу, великим тот становится артистом, кто различает свою суть и абажур, кто глубоко в душе своей порылся. Только такой артист становится звездой, кто не играется в звезду с лицом капризным, кто понимает, надо быть собой, осознает, кто же он есть в обычной жизни. Еще себя очень опасно выдавать не за того в местах лишения свободы. Там быстро вычисляют твою масть. Трагичным может все закончиться исходом. А уж в психиатрии это главное, друзья. Диагностировать неадекватность организма. Определять, как особь смотрит на себя, чтобы нарциссизм не спутать с кретинизмом. И к идентичности мы все равно придем. Время раскроет нашу сущность человечью. Любой гордеец, мошенник, записной герой сразу становится собой под взглядом смерти. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, о существенном и важном, доктор Волощук СД.